Всем привет, меня все еще зовут Поля, вы перешли на мой канал. Сегодня я решила снять видео из школьной тематики, а именно, что находится в моем школьном рюкзаке, либо этот рюкзак я также использую для повседневной носки. Поэтому, если тебе интересно, то оставайся со мной, а мы начинаем. Давайте же начнем, и для начала я вам расскажу о его внешних качествах, как он выглядит. Ну, вы и сами, в принципе, все видите, он вот такой вот кожаный, конечно, это не настоящая кожа, скорее всего. Он черный, и если вам кажется, что он маленький, на самом деле он себя очень много вмещает. Сюда я прицепила вот такой розовый помпон из H&M. О нем я, кстати, рассказывала в фаворитах июля. Если тебе интересно, то я оставлю ссылочку внизу. Давайте я вам покажу, что находится в боковых кармашках. Так, здесь у меня обычно лежат наушники, которые постоянно путаются. Их я использую, когда выхожу из дома, когда выхожу из школы, когда иду в школу, когда еду в автобусе, когда иду пешком, когда еду на машине. В общем, я их использую постоянно. И в следующем боковом кармашке у меня лежит, как это называется? Мусор. Упаковки. Не мусор это. Это упаковки от жвачек, и причем они все мятные. Тут, кстати, есть одна мятная жвачка. И все они мятные, потому что я не люблю фруктовые, так как они быстро теряют вкус и слишком приторные. Поэтому я ненавижу фруктовые, только мятные. Также здесь есть задний кармашек, и в нем у меня лежит мой телефон. Но чаще всего он находится в моих руках, потому что, ну, это я. А теперь давайте посмотрим, что лежит в моем рюкзаке в основном отделении. Первое, что я достала, это моя косметичка. Я, конечно, не каждый день ношу ее в школу, но если я куда-то выхожу на прогулку, то она обязательно всегда со мной. Здесь, в принципе, ничего особенного нет, но что меня спасает, особенно в такую жару, как сейчас, это вот такие матирующие салфетки, я их покупала в Литуале. Я вам не советую пудрить лицо, потому что это еще больше закупоривает вашу кожу, и она становится более загрязненной, там появляется много, очень много прыщей. Дальше, что я достала, это расческа, без которой я не выхожу никогда из дома, особенно в школе. И так как я постоянно хожу с распущенными волосами, то они постоянно путаются, поэтому без нее никак. Итак, дальше у меня идет зарядка от телефона, потому что мой телефон частенько разряжается, и я не могу до кого-то дозвониться, поэтому зарядка... Поэтому зарядка — это классная штука. Дальше мой пенал идет здесь... Лежат, ну, как обычно, во всех пеналах всякие у меня текстовые делители, ручки, карандаши, в общем, шпаргалки. Математики, кстати, потому что я не люблю математику. Дальше я достала книгу, это Николас Паркс «Дневник памяти». Я ее читаю, когда у меня много свободного времени, и чтобы его не терять зря, советую вам прочитать книжку какую-нибудь, либо же это можно сделать на телефоне вашем, так что проводите время продуктивнее обязательно, это очень важно. Ну, а далее у меня идут два таких маленьких ежедневника, причем они оба розовые. В первом ежедневнике я записываю свои идеи для видео, либо какие-то идеи для фотографий в Инстаграм, или же сценарий для видео, то есть он такой более рабочий. Ну, а этот ежедневник я купила недавно в моде, и он мне безумно нравится, потому что здесь очень все мило разлиновано, и я уже его использую по назначению, пишу тут разные свои задачи, цели или идеи какие-то. Дальше в моем большом отделении идет, конечно же, моя любимая водичка, потому что без нее я никуда не выйду. Если я даже выйду без сумки или портфеля на улицу, я все равно возьму обязательно с собой воду. Кстати, вода также вам помогает снизить лишний вес, избавить вас от недостатков на лице или на вашей коже, убрать растяжки и вообще много всего другого. У нее очень много полезных веществ. Вроде бы все я вам показала из основного отделения, а теперь давайте перейдем к среднему. И первое, что мне попадается, это очки из Pull&Bear. Про них я, кстати, тоже рассказывала в фаворитах июля, так что все еще ссылка будет внизу, если тебе интересно посмотреть. Очки я обязательно ношу, когда солнце, потому что они защищают ваши глаза, по-моему, ультрафиолетовых лучей. В общем, они вас защищают от солнца, и все окей. Так, следующее это паспорт мой, потому что паспорт это ваш основной документ, если вам есть 14 лет, правда. Дальше я достаю таблетки, они от головы или от живота, потому что в нашей школе медпункт просто ужасный, и там есть только градусник и активированный. Лучше с собой всегда иметь какие-то таблетки, которые окажут вам первую помощь.
Так, следующее, у меня идут какие-то карты Скотт, но я не знаю, чего они. И самое главное, это карточка Сбербанк. Я уже давно не ношу кошельки, потому что у меня нет налички. Ну а дальше у меня тут лежат пара духов. Они безумно вкусно пахнут, я больше никакими не пользуюсь. Одни у меня из Зары, здесь аромат орхидея. Другие духи у меня от Эф Рошер, аромат белой ваниль. Они, правда, из зимней версии, серии версии, я не знаю, правильно, что это, серия или версия, правильно. Хотя, кстати, летом духами я стала пользоваться реже, не знаю почему. Ну, а когда в школу я иду, то я постоянно себе брызгаю, потому что я люблю вкусно пахнуть. Ну вот и все, ребята, я вроде бы вам подробно показала и рассказала, что находится в моем школьном рюкзаке. Если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся. Ну а я всех целую, и мы с вами прощаемся до следующего видео. Всем пока-пока!